Вот и уходит 2012 год. Для минской милиции он был разнообразным, богатым на события, наверное, так же, как и для вас. Но минская милиция старалась работать, чтобы приносить вам пользу. Этот же год запомнится тем, что 20 февраля родился интернет-проект «Перехват». Поэтому мы желаем вам в 2013 году ни в коем случае не попадаться на страничке интернет-проекта «Перехвата», и чтобы он вами использовался исключительно в благих целях. ГУВД Мингорисполкома желает всем посетителям портала Тутбай хорошего настроения, улыбок, здоровья вам и вашим близким. Всех наилучших эмоций, с наступающим вас Новым годом!